Сегодня в Доту 2 играет больше людей, чем за последние 2 года. И это не из-за Доты. Виновником этого безобразия оказался новый и ранее неизвестный никому режим авточес. Некая китайская компания Droga выпускает в начале 2019 года любительскую карту, этакую модификацию для оригинальной Dota 2. В течение всего 6 месяцев, с января по июнь, ее скачают более 9 миллионов игроков. Хорошие отзывы, постоянно растущий онлайн и интерес компаний-гигантов к этому явлению явно говорят нам о том, что мы становимся свидетелями зарождения нового жанра в индустрии киберспорта. Так чем же является режим автошахмат? И почему он обрел такую популярность? По сути, это не игра в ее привычном нам понимании. Тут не надо... наблюдаем сейчас, это типичная истерия вокруг хайп. Попытки срубить побольше бабла с доверчивых и улыбчивых ПК игорьков. Но кто выйдет победителем в этой войне за место под солнцем, пока доподлинно неизвестно. Ну а мы же со своей стороны желаем новому жанру процветания, успеха и интересных нововведений. Кто знает, во что все это выльется, ну а мы будем посмотреть.